В эту субботу, 8 июня, свой профессиональный праздник отметят социальные работники. Их заботу, неравнодушное отношение к ближнему ежедневно ощущают тысячи жителей Верхневолжья. В областном драмтеатре лучших специалистов отрасли поздравили представители органов власти и общественники. 8 июня празднуется День социального работника в России. Это очень важная и попросту необходимая для человечества профессия. Благородная, как профессия врача, и очень сложная. А ведь усилия социальных работников часто остаются незамеченными. Сегодня вы продолжаете традиции милосердия и служения людям, которые нуждаются в особом внимании и заботе со стороны государства и общества. Ваш непростой труд помогает десяткам тысяч граждан Тверской области жить полноценной жизнью, чувствуют надежную защиту и поддержку. Врач, психолог, учитель – несколько профессий в одной. Это социальный работник. Помочь ребенку, поддержать пожилого человека, утешить словом одинокого. В этом зале те, кто ежедневно заботится о ближних, и о тех, кто нуждается в помощи. Это могут быть и малообеспеченные семьи, и семьи с детьми-инвалидами, и многодетные семьи. Это и могут быть и пенсионеры. Это могут быть и инвалиды, и молодые инвалиды, и граждане, которые освободились из мест лишения свободы, и люди без определенного места жительства. Категории граждан очень велики. В помощи мы не отказываем никому. Наталья Боброва помогает таким категориям граждан уже 17 лет. За это время у нее укрепилась одна мысль. В социальной работе случайных людей не бывает. Люди, если пришли работать в социальную сферу, они остаются для того, чтобы помочь. Работают много лет, это может быть даже полгода, но эти люди, они абсолютно с открытой душой, неравнодушные, милосердные. Других людей у нас нет. И поэтому, вы знаете, даже не ставит вопрос, как мы справляемся. Мы просто хотим помочь. За труд, теплоту сердец и высокий профессионализм более 30 человек наградили благодарственными письмами, но свою главную награду эти люди получают каждый день. Это благодарность тех, ради кого они трудятся.